Привет! И теперь, как и обещал, мы будем делать каждый день новую тренировочку, которую вы можете сделать дома без каких-либо приспособлений. А и сегодня мы используем вот такую лестничку. Так что, если у вас есть лестница, вперед со мной! Классная тренировочка. Я почувствовала очень хорошо. Ножки трясутся, пот пробил, используя только лестничку. Так что нет отмазки, чтобы не тренироваться дома, если зал закрыт. Вам хороших праздников и ждите следующих тренировок от меня. Пока!